По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 20 сентября состоится 9-й Елисаветинский крестный ход. Крестоходцы пройдут по уникальному маршруту, объединяющему старинные села Единственный в Подмосковье, императорской усадьбы Ильинское Усово. В этом году событие совпадает с десятилетием великого освящения храма Спаса Нерукотворного образа села Усово и 20-летием канонизации членов царской семьи. А 18 сентября Русская Православная Церковь совершает память святой праведной Елисаветы.